Сегодня мы приготовим окрошку, классическую на квасе с колбасой. На улице весна, скоро лето, поэтому хочется уже чего-то летнего. Окрошка – это холодный суп, классическое традиционное блюдо русской национальной кухни. Берем картошку, чистим ее, заливаем водой и ставим на огонь. Туда же я положил яйцо, которое мне потребуется для окрошки. Нарезаю мелко карбонат, можно нарезать ветчину или другое мясо. Также мне потребуется редиска, я беру две таких редиски и мелко их режу. Картошке я еще отправил одну докторскую сосиску, она мне тоже пригодится. Нарезаем огурец мелко. Я это делаю вот так вот, повдоль и еще раз поперек мелко. Добавляем огурец и редиску туда, где мы готовим окрошку. У меня это кастрюля. Туда же отправляю нарезанный мелко карбонат. Достаю сосиску, она уже сварилась. Нарезаю ее повдоль на 4 части и мелко нарезаю вот таким вот образом. Все это отправляем в кастрюлю. Достаю яйцо, оно сварилось раньше, чем картофель. Под холодную воду его и занимаюсь зеленью. Мелко нарезаю лук, петрушку и укроп. Зелень окрошка любит. Чем больше зелени, не жалейте, тем вкуснее она получится. Особенно это касается лука и укропа. Можно добавить кинзу. Яйцо под холодной водой подержал, оно хорошо чистится, очистил. Также мелко нарезаю его вот таким вот образом и отправляю к овощам. Все, приготовление закончилось. Теперь я добавляю туда ложку столового хрена, хорошо солю, перемешиваю все и добавляю квас. У меня вот такой окрошечный квас. Если у вас есть домашний, окрошка получится еще лучше. Все, наша окрошка готова. Она достаточно густая должна получиться. У меня получилась хорошая консистенция, приятной. Добавляем ложку сметаны, а картошку я выкладываю отдельно, вот таким образом. Так я привык готовить окрошку с детства, так готовила моя мама, ну и у меня это осталось привычка навсегда. Надеемся, что вам понравилось наше видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, готовьте окрошку, это замечательное блюдо. Всего вам доброго, приятного аппетита!